Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, я продолжаю гамуськать My Time at Portia. Погнали дальше. Посмотрим, что нас ждет. Так, надо, наверное, потихонечку, по чуть-чуть заканчивать заказы, которые нам сделали. Вот, потом надыбать руды. И, собственно, готовиться к тому, чтобы крафтить этот злополучный мост. Так, что оно у нас там? Там, кстати, надо это срубить, чтобы не мешало. Тутти-фрутти. Так, ну можно было не обязательно их убирать, ладно. А, да, я же запасом это типа делал. Окей, окей, трубы я зря убрал. Так. Да, бац. Купер. Еще один надо. Еще, капец, 6 труб, 5. Из которых мне надо чуваку, кстати, отдать. Фуденпорт. Так, с обычных деревяшек докрафтится. На максималочку пока. Так. Купер пайп. Максималочку. Немного надо будет, очень много их. Рефьюл. Что у нас там? По принципу не густо, да? Надо дерево нарубить. В срочном порядке. Иначе никак. Сейчас нарубим. Тикс. Отлично. Большие тоже можно рубануть пару раз, почему бы и нет. Тик-тик. Отлично. Теперь здесь уберем маленько. Тик, хорошо. Уже утро такое светлое, солнышко. Так, заманчиво светит. Однако. Плюс у нас левелап. Это здорово. Тик-тик-тик-тик. Опа! Побольше. Побольше энергии. Нужно больше энергии. Как можно больше. Так, готово. Веревки. Кто их знает, может они понадобятся в ближайшее время. Никто не знает, когда это настанет. Атенаки. Здорово. Буська-бубуська. Нет, чувак. Я не собираюсь его переделывать. Мне нужно и больше планок. Там сколько-то есть, да, уже две. Купер. А, еще купер. Да ладно. Тикс. Что так, реально мало осталось? Ну, блин. Так нечестно. Еще надо дерево нарубить. Жизнь, боль. Сколько дерева надо? На все про все. Кошмар. Чисто я всю энергию этого дня потрачу только тупо на то, чтобы собрать дерево для печки. Надеюсь, хоть срок это у меня на выполнение это задание нету. То будет просто жопа. Тикс. Здорово. Отлично. Тыч. О, с первого удара, нифига себе. Эх, не хватило. Малляську. Тик-тик. Да, их побольше, конечно же. Почему бы и нет.
Так, здесь надо как бы эти приготовить. Но раз такая пьянка пошла, что нельзя, ну ладно. Как говорится, нет, так и нет. Купер-купер-купер-бар. Я только что видел, что он хотел их. Ну ладно, наркомания. Что ж, кому там еще надо вернуть штуку? Три фарм. Однако. Текс. Как быстро энергия кончается, ужас. Помс. Чё-то fixing the fence. О, здорово. Good to see you. What type of materials? Nothing out of this world. Just some spines from the sea. Great. Remember though. Хм. Прикольно. Я думал наоборот, ему надо сдать. Короче, мне иголки надо набрать с этих несчастных. А-да-да-да-ка. Задачку мне интересную поставили. Пока бегаю, кстати, может необходимое количество досок напилиться. Так, сейчас вспомню. Далеко идти. Мне явно не поверху. Я, в принципе, разбиться не могу, но все равно мне как бы не туда. Это стопудово. Тут даже и думать не о чем. На ферму надо бежать. Которая вот тут находится. Вот она. Три фарм. Лесная ферма. Судя только вроде яблоки выращивают. Здорово, доходяга. Тик, золотишко подкинули, окей. Жить можно. Тикс. Понятно. Колючки. 9 штук еще добыть надо. Задачка. Колючки, если честно, легко добыть. Проблемы не составит. Тикс. Посмотрим, что у нас тут имеется в наличии под заказ. Три штуки. А мне надо, по-моему, больше. Мне 5 надо. Но он одну не выложил. Следовательно, значит, одна у меня уже есть. Перья. Перья, перья, перья. Так, ну хоть одну давай, пожалуйста. Ну, позязя. Сегодня приготовились. Это круто. Сейчас у нас есть еще. Ну да, почему нет-то? Ну, Кенсель мне не надо. Понятненько. Review. Такс. Ждем. Есть дощечка. Круто. Живем. Что такое? Хардвуд. Блин, wooden board. А мне нужен хардвуд. Стопэ, братан. Стопэ, cancel, cancel. Не то делаем, не то творим. Блин. Тупняк, тупняк. Ну ладно. Я надеюсь очень сильно, что мне это еще понадобится. Японский городовой. Не особо-то и складывать это некуда. Так, ну это я могу туда сложить. А, задачка. Тикс. Что у нас еще есть такое, чтобы я мог выложить? Пум-пум-пум, пум-пум-пум. Особо не густо. Не густо.
Так, секунду, у меня, по-моему, резина есть. Нет, галлюцинации нет у меня резины. Я недостоин резины. Так, короче, делать он их будет долго. Как и все остальное. Думаю, пойти, наверное, переночевать. Дабы не откладывать это в долгий ящик. Все равно эта хрень будет очень долго готовиться, поэтому быренько сейчас, наверное, пойдем переночуем. С утра, если доски все не приготовятся, то попрем этих колючек, поубиваем. Все будет круто. Нам все равно кач-кач надо делать. Смотрим, что у нас есть. Что-то лично. Так, пока что пополнять я не буду. Я ж точно не знаю, сколько еще мне понадобится. Не понадобится или именно вот эти мне. Так, это есть. Это у нас что вообще? Это Bridgehead. И, кстати, две штуки надо. Bridgehead. Следовательно, берем, открываем эту хрень. А вот он, Bridgehead. Готово. Открываем менюшку. Ставим. Так. Еще недостающая. Сейчас здесь будет готово. Готовится. Конечно же. Так. Самое недостающее докладываем. Бумс, 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 бумс. А тебе и тутти-фрутти. Переложим, наверное, вот таким макаром. Потому как у меня особо-то и места нет. Кстати. Это, по-моему, можно установить. Сейчас попробуем. Мне, конечно, кажется, но, по-моему, да. Боди это, по-моему, соединительный элемент. Так что... В принципе, мне кажется, я смогу его поставить. Тем самым маленечко уменьшить занимаемый размер моего инвентаря. Да, теперь ставится боди. Но у меня его пока нет. Так, 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 так. Ну-ка, колючки подгони. Так, одна колючка есть и два куска мяса. Сразу мясо жуем. Едем дальше. Тик-тик-тик-тик-тик. Фига, там какие-то кристаллы, вон, я смотрю, растут в ту сторону. Там много интересного, кстати. Ну, там что-то няшное такое ползает. Какая-то крокозябра. Крокозябрю. Готово. Что это такое? Зонтик Амбрелла. Мне кажется, это я уже умею делать. Может и нет. Нет, видимо, нет. Квива. Кстати, ему уже задание не дадут. О, там чувак через дорогу. Хе. И крабик ползает. Крабик, крабик. Крабик, крабик. Жучки. Нифига себе, божьи коровки. Обомлеть. Тик-тик. Тиц-тиц. Так, мне осталось еще 4, чтобы выполнить задание. И это прекрасно. Надеюсь, в них будет необходимое количество. Ну, может и не быть, к сожалению. Предугадаешь. Так, вот с этого одна выпала, например. С этого две, да, вот сейчас эти. Было бы еще две, вообще было бы шикарно. Но, увы. К сожалению, печаль, беда, обиды. Но реально одной не хватает. Жестяко. Ну-ка, побегаем. Может, где-то здесь, среди этого добра, кто-нибудь заспаунится, и мы его прибьем по-быренькому. Реально одной колючки не хватает. Печалька. Чтобы вообще понять, куда мне двигаться дальше. Что еще фармить. Да, ребята, я, конечно, квест не брал вот у этого Квиви или Квива. Смотря как правильно произносить. Но он, в общем, дал бы мне квест на изготовление удочки. Все бы ничего, но там, чтобы леску изготовить, нужен шелк. А шелк я, короче, делать не умею. Вот незадачка. Такая вот незадачка. Я так и не понял, как эту грядку делать. Надо будет потом посмотреть. Что-нибудь интересное на эту тему, может, кто-то подскажет. Или кто-нибудь из вас, может, знает, как
собственно, поступить с семенами. Грядку-то я знаю, где купить. Нужно диски обменять на грядку. А вот дальше как быть? Блин, ну хоть один рогалик, пожалуйста. Вообще никого нет. Какахи зато есть. Никого нет, но какахи есть. Я имею в виду из тех, кто мне нужен, никого нет. Текс. Печаль, беда, обида. Я очень надеялся, что в рамках этого дня закончу. Видимо, не судьба. Так. Отлично. Они изготовились. Ставим, забираем. Текс. Теперь можно приступить к сбору тела, бади. Что тут нам необходимо? Бронзовые пластины, 3 штуки. Бронзовая пластина, здесь 3 штуки. Топ 2. Да ладно, еще 4-й есть топ. Бронз плейт. Бридж стон брик. Бронз плейт. Понятно. Бронзовые пластины, 3-2, а на эти кирпичи надо. Бронз плейт. У нас, по-моему, здесь делается. Да, бронз плейт. Всю максималку сделать, пожалуйста. Окажите честь. Произведите необходимые ингредиенты. Так. О, кончается руда, походу. У меня. Смотрю, больше не могу делать. Так. Да. Походу надо идти за камнем. За добычей камня. Иначе отстой. Тикс. Что там у нас? Да, купера не хватает. Получается, из-за этого я не могу бронзу делать. Как все взаимосвязано, однако. Как ни крути. Но, в принципе, каких-то 5 кирпичей у меня тут есть. Это можно, в принципе, забусь-буськать. Так, по 3, да, на каждую. Самый выгодный вариант, конечно, отправиться, как ни крути, но в данжик. Просто реально, как ни крути. Пробовать соль, что ли, продать? У меня куча всякой хрени есть непонятной. А, точно, что я туплю. Можно же просто сделать еще один сундук, да и все. И выложить туда. Точняк. Вот это я туплю. Сейчас посмотрим, что для этого надо. По-моему, мне все есть для сундука. Вот же есть wooden storage. Confirm. Все, делов-то, господи. Бац. И все, я просто выкладываю сюда пока временно все то, что мне нафиг не надо. И не парюсь. Ну. Свобода! Так, теперь можно бежать за добром. А, интересно, надо ли менять этаж, или можно в этом ковыряться? Так, посмотрим, есть ли тут еще что интересное из артефактов. Да, что-то есть. Хм. Прикол. Старые запчасти. Сейчас мы все это попрячем. Так, что тут там еще есть? Что-то прячется. Диск с данными. Окей. Пополнение произошло.
добра. Так, я уже тут откапываю мощное, походу. О, диван, нифига себе, диванидзе, это круто. Обалдеть, я диван нашел. Ха, нифига себе. Ништяк, живем. Так, там что? Треники. Опять какие-то треники непонятные. Ух ты. Интересно. Все это. Это дно. Я достал до дна. Дальше уже некуда. По принципам. Тикс, тикс, тикс. Где-то здесь еще увидел добро. Вот еще рядышком совсем прям есть. В принципе, вот тут. Далеко рыться не надо. Тикс. Блин, хрен заберешь, походу. Или как? Блин, шедеврально, конечно, их закопали. Если под низ нет, не будет возможности пройти, то все это считай тупняк. Но нельзя под низ пройти. Дабы энергию пустую не тратить, как-то надо выкручиваться. О, камень энергии, это хорошо. Смотрим, что еще есть. Тут еще есть. О, ништяк. Та-да! На максималку энергию прокачали. Диван можно оставить здесь, в инвентаре. Домой поставить. Диванидзе. Классная штука, кстати, диван. Она восстанавливает энергию. Тупо от того, что на нем сидишь. Тикс. Угу. Тут рядышком. Ну все, энергии уже нет, один фиг. На выход пойдем. Отлично. Ой, нифига себе, уже ночью стало. Обалдеть. Как быстро время летит. Я думал, мужик там упал, блюет. А он, оказывается, зарядку делает. Хе, прикол. Интересно, на улице можно поставить? О, можно, прикол. Почему бы нет? Поставлю здесь. Хоп, сел такой. Сидишь, отдыхаешь, энергия копится. Круто. Профит. Правда, скоро уже день будет, поэтому сильно профита я никак не сделаю. Тонбрик. И крафтись, крафтись. Крафтись, рыбка большая и маленькая. Тикс. Максималочка. Сколько есть, все мои, да? Сколько дашь, сколько не дашь, все мои. Бронзплей, две штуки еще. Так, они там с запасом, походу, будет сделано, но ничего страшного. Уже от этого не будет. Так, я думаю, штаны к штанам кинутся, да. Диски. Энергетически сюда. Так, грязь в другом, да. Грязь, песок. А песок, по-моему, в том был. Да, песок тут был. Песок, песку. Тик, сюда. Можно вот так поставить. Штуки полезные, как бы. Как ни крути. Так, что-то еще может понадобиться мне. Я не думаю, что я за ночь успею построить, но... Кто знает, всякое бывает. Так, вот пока поставим, разместим все это по такому принципу колючки.
записи. Срок мощный. Ладно, ночевать. Динь-динь-донг. Такс, убираем то, что есть. Прибираем. Опять какое-то письмецо пришло нам. Да вы издеваетесь, Киев. Да ты издеваешься, когда я тебе сделаю церемонию открытия? Обалдел, что ли? Охамел в край. Мне еще три нужно, как минимум. Сколько будет готово? 6. При условии, что у них будет топливо, да? Да уж, блин, задачку дали мне интересную. Плохой топор для этого дерева. Тикс. О, точно, штамм это осталось. Пенек остался. Совсем забыл про пенек. Так, это большое. Он опять кочевряжется будет. Начнем с маленького. Отлично. Так, посмотрим за колючками, что там почем. Однако так. Здесь колючек что-то не заспаунилось. Ладно, там всякое должно быть. Блин, надо там одну колючку. Успеть бы в течение дня. Сайнный гифт. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. Я подумаю. Летим на церемонию, нет? Так. В принципе, все, но я, наверное, их побольше набью. Кто знает, когда мне их колючки опять понадобятся. Такое непонятка. Непонятку. Бывает иногда с ними. Тем более они все равно такие жадные на эти колючки. Жесть просто. Давай погибни, несчастный. Оно не выделывайся. Так, 5 штук у меня останется. Чапать. Жаль, тпхаться нельзя. Было бы прикольно. Дюбель Инкорпорейтед. Вывеска такая. Смачная. Какой нечисти здесь только не бегает. Мистер Леди Баг. Смешно. Портия. Ух ты. Хаггингс воркшоп. А я к ней раньше что-то не видел его. А к нему и зайти нельзя. Ма-ма-ма. Печалька. Так, они что, на проповедь что ли все побежали? Это ж капец их искать сейчас. Садюги. Что там надо Гейлу зайти? Что ему надо? Стикс, стикс.
Чего тебе надо, несчастный? Что значит гифт? На тебе. Грязь. Чушь какая. Зашибись. Обязательно надо было что-то подарить. Подарил ему резину, он такой: вау, резина, вася, классно. Так, судя по тому, что он движется, козлина где-то вверху. Его же еще найти надо. Блин, он прилично движется. Стоять, мужик. Стой, несчастный. У меня колючки в кармане есть. Сейчас я поделюсь с тобой колючками. Какое счастье. Так, чувак, а у меня амбрелла уже есть. Пойду продам в твою непонятную шарашкину контору. Рога и копыта. Шарочкин контор. Шарочкин. Опа. Готово. Такс. Все, теперь можно домой чапать. Пока что для начала, там разберемся. Здесь никак не сократить, да? Жаль. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Может, в будущем я смогу дважды прыгать, было бы прикольно. Тикс. Кирпичи, кирпичи, собираем кирпичи. Та-да! Последняя платформа. У нас готова. Все, ребята, отлично. Супер-пупер. О, быренько валим. Строим этот мост. Офигеть, наконец-то. Если честно, я не видел, что я смогу в течение этого дня сделать. Я думал, еще капец, сколько придется помучиться. Кстати, он... Сколько коньков морских. А, ржака. Когда мне были нужны, их не было. Теперь вон сколько их. Похаваем. Тек, ладно. Чё там? Бац, бабац. Все здорово, у нас есть теперь мост сюда. Все круто. Жить можно. Нужно пойти доложить Энтони. Что я сделал, грязь. Здорово. Это потрясающе. А сколько у меня дерева? 47. Мне кажется, надо еще маленько подбузь-бузькать. Вот так, отлично. И капец, сколько денег надо, чтобы, в принципе, поднять свою шарашкину контору. Там ведь надо еще улучшение станка сделать. Это дорогое удовольствие, однако, скажу я вам. Сейчас, по-моему, как раз мы будем около Энтони, я покажу, сколько примерно это стоит. Там просто офигеть можно. Сразу перейти на нецензурную лексику. Сейчас, ребята, вам покажу, просто обалдеть. О, пивнушка открылась. Прикол. Так, нет. Нужно сюда, в гильдию. Гильдия, гильдия. Здорово, Энтони. Твоя плата. Можно, конечно, так зарабатывать деньги. Заданиями тоже неплохо, в принципе. Вот у нас есть какие-то тут... Что это? Вега 5. 3 Wooden Storage нужны. Лимит 5 дней. Принять. Пока больше не буду, пойду сделаю 5 ящиков для хранения. Это легкотня. Сразу кучу заданий не буду брать, потому что в противном случае, если я их не успею выполнить, мне как бы не в плюс это пойдет. Исходя из этого, нужно здраво и рационально оценивать свои варианты и шансы. Так, 3 штуки. Confirm. Готово. Теперь нужно отдать просто чуваку, который хотел взять. Вот это было просто, да, но опять же за счет того, что у меня были ресурсы, а ведь их могло и не быть. Тикс, обратно в гилду. Заходим. Здорово. Я выполнил задание.
это было легко. Что еще есть? 10 дней на чё? Skyverse, Place Hype. А я не знаю, что такое. Basic Skyverse. Хрен его знает. 4 бронзовых пластины. А, это я легко возьму. Это я согласен. Класса D. То есть он еще хочет мне дать. Так, ну-ка. Silvers. DD Transport. Это не то. Water Tank, гриль. А я такое не знаю. Вот Basic. Видимо, там нужно что-то сделать. Да. Две штучки нужно сделать. Срок 2 дня. Все, я понял. Добро. Но взять не могу, потому что якобы у меня маленький уровень. Ну и пошли вы. В одно место. Завтра приду, когда вас прижмет. Так, сейчас, наверное, дерево порубим, в принципе. Что тут у нас есть рядышком? Печаль, беда, обида. Так, что-то надо поделать такое, подобывать, чтобы кучу денежек продать. Продать, купить, продать, купить, заработать. Посмотрим, кстати, эту живодерню мне в любом случае надо будет сделать. Как ни крути. Чтобы себя, кстати, приодеть, там можно шить интересные плюхи. Однако. Фикс. Отлично. Помс. Есть эффект. Можно подобрать, как раз добить разницу вот эту в уровне. Ягодки, кстати, будут, по-моему. А, нет, их есть нельзя. Их можно продать, кстати. Они стоят денег хороших. Все-таки еда, как-никак. Как-никак еда. Та-та-та-та-та-та. Бэтс, 1 час, он говорит. Жди 1 час, и все. И будь тебе счастье. Так, крафт. Купер пар. Так, 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 так. Basic Silver нужно, да, сделать. Сделаем, почему нет. Чё надо? Marble Planks. И чё ещё? Это чё такое? Ну вот эта вторая часть, чё это? Чё это? А-а-а! Не насилуй мое сознание. Ладно. Вяжка. Текс. Чё тут у нас есть такое, что можно пока сюда зачехлить. Не восстанавливает. Так. Marble Plank. 1 штучку, пожалуйста. Так, 1,5 минуты надо подождать. Окей. Что-то еще надо ему. Люка не скажет, ведь по-хорошему. Bronze Pipe, 2 штуки. Bronze Pipe. Да, можно больше сделать, почему нет. Хуже-то не будет. Кстати, там посмотреть, у меня есть ли вообще Bronze Pipe. По-моему, не только Cooper Pipe. Да, только Cooper.
печалька. Тик, это все будет делаться прилично по времени. Можно в целом, в принципе, ложиться спать, да не париться. И следующей серии уже, собственно, действовать дальше. Вот. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.